Всем привет! Доброе утро поближе. Мы с Давидом уже неделю болеем, сидим дома. Он там на мотоцикле ездит в коридоре. Вот. В общем, да, дела не очень у нас, болеем. Давид, получается, еще в прошлый вторник проснулся в 5 утра с температурой 39. Вот ничего больше у него не было, ни соплей. Только когда он засыпал, я уже слышала, что он как глотает, не может проглотить или слизь, или сопли, вот в горле именно. Вот, и, в общем, целый день держалась температура, сбивали два раза, и все равно потом на ночь опять поднялась, 38,4. В общем, два дня у него держалась температура, уже на второй день сходили к педиатру. Вот, в общем, потом температура прошла, появился кашель, но у него сильное горло красное было. Сейчас, вчера вот 37 была температура. В общем, сидим дома, никуда не ходим. Ну, на улицу ходим, не знаю, сегодня пойдем или нет. Вчера ходили ненадолго. Сегодня не знаю. И на третий день, получается, заболела я. У меня все вместе. И температура, и горло, и насморк. И кашель уже, и у Давида кашель появился. В общем, кошмар. Давно мы так сильно... Долго еще и вместе не болели. Вот. Я тоже уже на этих лекарствах, уже желудок болит от этих таблеток. Вот. Так что какая у меня была температура, я не знаю. Вообще некогда мерить ее. Мне муж звонит, говорит, какая у тебя температура? Я говорю, не знаю. И то есть я чувствую, что меня ломит, голова болит. Я просто пила лекарства и все. Грибко. Потому что вообще даже некогда померить себе температуру. Также точно и горло пополоскать. Так-то я пшикаю. А вот траву себе заварила, шалфей, мама сказала. Заварила с утра, и только когда легла спать в 11, поняла, что я ни разу за день даже горло не пополоскала. Потому что, конечно, тяжело, когда ребенок болеет. Получается, он и так, и нервный. Еще у него все болит, и не может сказать. И горло попшикать, это тоже проблема. Хорошо, что мы живем с моим братом, он его уговаривает по 10 минут, чтобы он открыл рот, попшикать горло, выпить лекарства, потому что со мной, ну, это вообще прям до истерики. Он видит уже шприц с лекарством и уже начинает меня бить. В общем, тяжело. Но ничего. Надеюсь, мы скоро уже выздоровем. Мы, получается, ходили в водолечебницу, делали массаж, получается, даже не успела я поснимать, неделю мы туда отходили, сделали массаж, нам там делали, и парафин на ножке. И туда нужно ездить на маршрутках. И, наверное, где-то в маршрутке мы и подцепили вирус. Вот. Сейчас вам покажу, чем мы лечимся. Афлубин я пью, от кашля пикталовам плющ тоже я пью. Давид от кашля пьет Лангес, горло пшикаем гексаспрей и Орасеп. Мне кажется, Орасеп все равно лучше. Вот. Нос промываем Давиду обычным аквамарисом. Также еще я себе в нос капаю отрывин для взрослых и Давиду отрывин для детей. Сколько мы не перепробовали капель, Давиду очень хорошо подходит именно отрывин. Он как бы не сушит ему нос. Вот не могу объяснить, как они действуют. Но вот он ему закапаешь, он всю ночь очень хорошо дышит. А от других капель, получается, сопли не текут, но сильно засушивает и залаживает нос, что он очень плохо дышит. Еще. Также Давид пьет анаферон. Последние две таблеточки сегодня выпьем. Я пью нурофен. Таблетках. И еще сосу исламин. Тоже очень хорошо помогает возвращать голос. Вот когда болеешь, у меня на второй день я вообще не могла разговаривать. Голос хрипел, ничего не могла сказать. Ну, пластинку я уже закончила, вот вторую начала. Очень хорошо помогает. А ну покажи, как ты ездишь. Вот умничка. А ну показывай. Да, давай, покажи, как поворачиваешь. У нас вообще... Целая история с этой ездой на машинах, на мотоциклах. Получается, первая машина у него появилась еще, наверное... А, ну в год, на год мы ему купили.
машину учили его только, наверное, в 2 года. Он научился назад ездить, потом уже вырос с этой машины. И вот сейчас на мотоцикле научился в 4 года наконец-то ездить. Очень тяжело ему было понять, как ехать вперед. Моя мама приходила с работы и каждый вечер прям своими руками переставляла ему ноги. «Кушать хочешь? Ну, поехали на кухню кушать». Переставляла ему ноги, учила его ездить. Спасибо маме. Научился он ездить. В общем, наконец-то. Терпение и труд, в общем, все перетрут. Да, Давидулик? Вот умничка. Сейчас ездит по всей квартире, поворачивает. Получается, летом на улице. Он вообще по чуть-чуть ездил. А сейчас вот осенью, зимой начал хорошо прям по квартире ездить. Так что, надеемся, летом будет на улице теперь ездить. Все, мы тут поубирали постель, немножко поигрались, да? Карточки посмотрели, я подкрасилась хоть немножко, чтобы людей не пугать на улице. Своими синяками под глазами. Сейчас пойду схожу на рынок. А ты с кем будешь сидеть? А Давид с дядей посидит, а мама быстренько сбегает фруктиков купит Давиду. Да? Ты устал уже? Спать хочешь? Да, ты мой золотой. Пообедаем будем скоро. Спать. В общем, побежала я. Сейчас, пока Давид спит у меня в обед, буду жарить котлеты. У меня здесь свинина ошеек и куриный гуляш. 2 луковицы, чесночок. И вот белый хлебушек кусочек замочила в молоке.
Также еще хотела бы ответить на вопрос, который поступил у меня под видео насчет реабилитационных центров, в которых мы были, стоимость процедур. В общем, я там видео, не знаю, не стала говорить цену. Во-первых, мы проходили это как бы не вчера, и, возможно, цены поменялись, но раз вы спрашиваете, то я отвечу. Ну, во-первых, хотела бы сказать вам спасибо за то, что задаете вопросы, пишете комментарии, получаете обратную связь от вас. Это очень приятно, и хочется все больше снимать, показывать вам, общаться с вами, чтобы вы узнавали нас лучше. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте любые вопросы, мне будет очень приятно на них отвечать. Итак, насчет цен. Начну с центра стимуляции мозга. Мы проходили, правда, давно, от Томатис мы проходили, нам год и шесть было. Мы платили за первый курс 9 000, за последующие 3 курса по 8 000. Сейчас, знаю точно, там цены поднялись однозначно. Также мы у них проходили БАК и микропарализацию по 10 дней, это стоило по 4 000. Еще мы проходили там массаж логопедический, я за видео, забыла об этом сказать. 2 500 мы платили за 10 раз. Вот. Микропарализацию, когда мы проходили у Тарасенко в центре восстановления речи, получается, там у нас должно было быть 12 сеансов, и нам делали на голову, на спину, и плюс он дышал кислородом, мы заплатили чуть больше 7 000, около 8 000, плюс через 2 месяца программа у нас была «Логопед интеллекта», 6 000. Вот, на Богатырской в Киеве реабилитационный центр мы 2 раза проходили бесплатно по очереди, так как это государственный центр, и 1 раз по благотворительному взносу. То есть можно сделать заявление и оплатить как благотворительный взнос лечения. 4 000 это было, но мы платно проходили 2 года назад, наверное. То есть, возможно, сейчас опять же это все подорожало. Также в Берсеньево мы когда проходили, там тоже курс этих метамерных инъекций стоил 3 000-4 000, где-то так. Сейчас, опять же, я не знаю, какие там цены. Плюс на дом выписывали нам лечение, которым мы лекарства покупали, это я не считала. Вот, еще проходили мы в Трусковце у Козявкина. Там 10 900 просто лечение. Мы жили отдельно, снимали жилье. Там не жили. Поэтому вот такие цены. Кому было интересно, опять же, не знаю, сейчас, скорее всего, цены везде поднимаются, из-за лечения тоже. Итак, вот фарш у меня готов. Сейчас буду формировать котлетки, обваливать их в панировочных сухарях и жарить, а потом тушить. Чтобы котлеты не липли к рукам, я набираю фарш ложкой. Потом вот так аккуратненько снимаю фарш с ложки, обваливаю в панировочных сухарях и формирую котлетку. Мы пришли перекусывать. У Давида будет хурма. Ну, тут 2, 1 мне, 1 Давиду. И мандаринка, да? Давид сам всегда чистит мандаринку, да? Давайте своим детям чистить мандарину, яйца. Это очень хорошо развивает мелкую моторику. Да, там тоже огоньки мама уже включила.
и елочку включили. А я здесь жарю котлетки. Сейчас с Давидом будем готовить шарлотку. Вообще шарлотка очень простой, легкий рецепт. Но у меня она супер простая. Я здесь уже мелко порезала яблочки кисло-сладкие. Нам понадобится 4 яйца. Сейчас запивать будем. Стакан сахара. У меня не полный, потому что кружка большая. Стакан муки. И в тесто уже буду добавлять чайную ложку разрыхлителя и чайную ложку корицы. Пирог будем печь? Да, не там, в мультиварке будем, не в печке. На печку показывает. Не в мультиварке, да. Достанем мультиварку, будем в мультиварке печь. Еще перед тем, как добавлять яблоки в тесто, я их обваливаю в муке. Так вроде как они меньше будут оседать на дно. Мы сейчас уже будем ужинать, заварила чай, очень вкусно черный, с мятой, и когда он уже заварится, добавить клубники, вот я клубнику прям замороженную бросаю, сама замораживаю на зиму, прям побольше, получается очень вкусно. Ты уже проголодался, Давидуль? Да, не горячая картошечка? Не, а котлетка где вкусная. Пол котлетки у мамы съел. Пробовала. Будем уже садиться кушать. Котлетки получились. Еще салатик у нас мегавитаминный. Здесь капуста, морковка и буряк сырой. И лучок. Заправила солью, сахаром, маслом и уксусом. Но лучше лимоном, конечно. Набирай котлетку. Умничка моя.
буковки. Где у нас буква А? Апельсин. Нажимаем. Апельсин. Буква Б. Где белка сидит? Буква Б. Белка. Вот она. Нажимай. А теперь слушай бабушку. Буква З. Зонт. Мы берем, когда дождик кап-кап капает. Буква Щ. З. Зонт. З. Зонт. А буква... А где мяч, Давидушка, мяч? У Давидушки такой мячик есть. Вот он. Ну ты ж дай пальчиком. Чё ты согнул? М. Мяч. А где светофор? Буква С. Светофор. Пальчиком одним. С. Светофор. А где чайник? Чай мы пьем. Чайник. Чай пьем. Вот. Чайник. Чайник. А где буква М? Ножницы. Ногтики мы режем. Ножницы. Вот и не ножницы. А где Е? Йогурт ты кушаешь. Тут смотри. Е. Йогурт ты кушаешь. Краткая. Йогурт. А теперь где краски? Буква К. Красками рисуй. Желтая, красная, синяя, красная. Буква К. Краски, Давидушка. Где? Ну-ка. Вот здесь смотри. Где краски? На, вот они краски, видишь? Нажимай. Буква К. Краски. Да, а где у нас Ж? Жук. Ну-ка ищи. Где боишься? Где Ж? Показывай пальчиком. Ж. Вот она. Нажимай. Ж. Жук. Еще, кстати, забыла показать. Вам вчера муж забрал с почты. Новые карточки Давиду заказала. Вот такая обедка. Правда, на украинском языке. Тут уже буковки разлаживали. Очень... Давиду понятно, то есть идет картинка и буква. Вот, здесь получится ламинировано и удобно. С одной стороны тут птицы, и с одной стороны птицы, с другой дикие животные. Вот. Будем учить с Давидом. Такие карточки, получается, ну, у нас такие есть, я сама печатала. И у нас принтер уже старый, там все картинки такие некрасочные, не очень. А тут хорошие, ламинированные. Надолго хватит. Здесь овощи с одной стороны, а с другой тоже дикие животные. В общем, будем заниматься по новым карточкам. Все, мы уже поужинали, позанимались немножко с Давидом, папа. Ну вот, сейчас уже зубки почистят, покупаются. У нас, кстати, ванные процедуры вечером папа проводит. Купает Давида, чистит зубы. Ой, у меня опять голова болит. Тут нос все болит. В общем, сейчас буду пить тоже таблетки. Пойдем мы уже отдыхать, спать. Завтра на улицу, наверное, выйдем. Что, Давидушка сегодня не ходил на улицу. Я ходила на рынок только. И все. Вот. Так что оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы. Не забывайте поддерживать нас пальчиком вверх. Спасибо, что вы у нас есть, что смотрите, комментируете нас. Увидимся уже совсем скоро. Всем спокойной ночи. Пока-пока.